Врачи с большой буквы. По-другому и не назовешь медиков, которые на протяжении долгого времени ведут борьбу с коронавирусом. Лучших из них 21 января наградили ежегодной экспертной премией, которая так и называется «Врач с большой буквы». Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии, прошедшей в областном Минздраве. Врач с большой буквы – это профессиональная премия среди медиков, чья работа оказала существенное влияние на борьбу с коронавирусом. Этот проект учрежден компанией «Альфа-страхование ОМС» и проводится ежегодно с 2020 года. Лучших определяет комиссия, которая учитывает 6 критериев. За количество проведенных углубленных диспансеризаций, за качество, за те достижения, которых они смогли добиться в ходе реабилитации больных с COVID-19. В Тверской области в этом году были выбраны 18 лучших врачей первичного звена. Затем жюри определило и шестерку победителей. Половина из них работают в районах ЦРБ, как, например, Ольга Русакова. Стаж у нее уже более 20 лет. За это время повидала всякое, но пандемия коронавируса запомнилась особенно. Приходится оставаться очень долго и буквально до самого позднего вечера. Бывает, уходим и в 9 часов. Такое тоже встречалось, когда вот особенно были очень массовые случаи заболевания. Вера Кульнева – тот самый участковый терапевт, который приходит на вызовы. Понятно, что под рукой нет ни КТ, ни другого оборудования, которое имеется в стационаре. Поставить верный диагноз на месте, отличив COVID-19 от ОРВИ, помогают профессионализм и многолетний опыт. Первая волна, конечно, была симптоматика ясна более-менее, нарушение обоняния у данного человека, вот, затрудненное дыхание, это в первую очередь симптомы шли. И мазки, само собой, брались. И уже при положительных мазках приезжаем повторно, если больному хуже, уже сравнили смело коронавирусную инфекцию. Памятные дипломы и цветы медикам вручал лично министр здравоохранения Сергей Козлов. Будучи главврачом ОКБ, он сам застал пандемию коронавируса и не понаслышке знает, как непросто приходится врачам. Ведь борьба за здоровье пациента не заканчивается, даже когда он поправился. Сейчас они проводят углубленные диспансеризации, борются с теми последствиями, которые произошли с организмом наших пациентов, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции. Огромное напряжение в работе. Это несмотря на то, что у них еще очень много свежих, острых пациентов, которые только заразились. Премия «Врач с большой буквы» проводится во многих субъектах страны. Лауреатами прошлого года стали 110 медиков красной зоны. В этом году будут отмечены уже 118 работников первичного звена из 13 регионов России, среди которых и Тверская область.